информацию, вы сами можете прочесть программку. Поэтому я бы сказала своими словами. Мы с друзьями, с ребятами, которые учились последние годы у Альберта Семеновича, собрались ради того, чтобы сделать коллективное сочинение и таким образом отдать дань памяти, дань уважения нашему профессору. Мы договорились об условиях задачи. Каждый пишет эпизод с использованием либо рояля соло, либо рояля и какого-то солирующего другого инструмента. Приблизительно пытались договориться о времени звучания каждого эпизода, но ведь сложно заранее такие вещи точно определить. И кроме того, в нашем сочинении участвуют электронные инсталляции, сделанные Дмитрием Чеглаковым из фрагментов произведения Альберта Семеновича. И мы еще старались, не все это сделали, но одна из целей была еще использовать тему, которую Альберт Семенович написал в своем сочинении «Absolute Music». Разгорелись нешуточные споры по поводу этой темы. Мы на самом деле до конца так и не знаем о точном его происхождении. Одна из версий, то, что это народная мелодия, использованная еще римским Корсаковым. А нам, своим ученикам, Альберт Семенович говорил, что мы внуки по образованию римского Корсакова. То есть он учился у ученика римского Корсакова, а мы учились у него. Таким образом, получается, что даже правнуки по образованию, и внуки Шостаковича. Да. И если эта тема действительно была использована римским Корсаковым, это еще, мне кажется, обогащает нашу идею сначала римский, потом Альберт Семенович, потом мы. И таким образом создалось общее коллективное сочинение. Ни один из нас, по-моему, его целиком не слышал даже на репетициях, потому что репетиции происходили довольно странно, не все приняли в них участие. И те, кто принял и продолжали сочинять еще после репетиции, поэтому сочинение будет буквально создаваться на ваших глазах. Из композиторов в сочинении приняли участие Антон Буканов, Анна Ветлугина, Дилиара Габитова, Игорь Гольденберг, Сергей Загний, Дмитрий Чеглаков, Марал Якшиева и я, Олеся Ростовская. Кроме того, сегодня в концерте участвуют солисты Нина Молодцова, сопрано, Басем Аль-Ашкар, я сыграю не в моем эпизоде на термин-воксе, Анна Ветлугина будет играть не на рояле, а на органе. И теперь слово я предоставляю Александру Александровичу Коблякову. Олеся, вопрос. Да. Можно аплодировать между произведениями или нет? Мне кажется, что лучше в промежутках между эпизодами не аплодировать, и в самом конце мы все выйдем на сцену поклониться портрету Альберта Семеновича. Сан Саныч, ваше слово. Здравствуйте, друзья. Вот и подходит к концу фестиваль в памяти Альберта Семеновича Лемана, замечательного композитора, педагога, музыканта. И сегодня у нас одно из последних мероприятий этого фестиваля – коллективное сочинение учеников Альберта Семеновича. И два слова о Альберте Семеновиче как педагоге. В Казани, где он работал до Московской консерватории, считают Альберта Семеновича классиком татарской музыки, потому что самые крупные, значимые фигуры татарской музыки прошли школу Альберта Семеновича. И в Московской консерватории, когда он начал работать, в его классе учились композиторы, которые сейчас известны и работают в разных странах мира. Сегодня их нет среди нас, но это можно вспомнить. Михаил Ермолаев, который ведущий профессор Тайваньской консерватории. Это Александр Раскатов, один из ведущих композиторов Франции. И многие ученики Альберта Семеновича работают в Германии.
То есть размах его деятельности уже перерос границы России. Сегодня вы услышите совершенно уникальный проект. И мне просто было очень сложно оценить его, поскольку такой проект – редчайший случай. Одна из учениц, Альберт Семенович, Дилиара Габитова, предложила лучшим ученикам Альберта Семеновича, который здесь, в Москве, в других городах России, сделать такое коллективное приношение памяти дорогого учителя. В список авторов вошли Антон Буканов, Анна Ветлугина, Дилиара Габитова, Игорь Голденберг, Сергей Загниy, Олеся Ростовская, Дмитрий Чеглаков, Марал Лукшина. Это все крупнейшие музыканты. Это все замечательные композиторы. Часть из них уже ведущие преподаватели Московской консерватории, как Сергей Анатольевич Загниy, Игорь Голденберг. Часть концертирующие во всем мире музыканты, как Дмитрий Чеглаков, Олеся Ростовская. Как замечательный композитор Антон Буканов. Часть, я имею в виду конкретно фигуру Анны Литвиновны, совершенно на другом поприще. Она, помимо того, что замечательный композитор, автор многих литературных сочинений, она член Союза писателей, она профессиональная еще, к тому же, и писатель. И Марал Якшиева, замечательный знаток джазовой музыки, замечательный музыкант. И я уверен, вы получите огромное удовольствие. И пусть вас заинтригует вот этот проект, поскольку нечасто мы встречаемся вот с таким коллективным приношением замечательному музыканту и композитору Альберту Семеновичу. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
как никакое другое искусство, широко, неограниченно вступать в общение между всеми людьми нашей планеты. Великие творения искусства разных народов составляют духовную ценность всего человечества. Основных заметных отличий музыки разных национальных групп в целом, в принципе, она способна вызывать всеобщий интерес, если, разумеется, принадлежит к высоким художественным достижениям. Проявляют большой, иногда повышенный, иногда жгучий интерес. Слушая, изучая музыку других народов, люди как бы открывают для себя новый ракурс жизневидения, открывают новые, невиданные, лучше сказать, неслыханные миры, страны, уголки Земли, где жизнь течет иначе, по-своему, нередко полярно, диаметрально привычному, и тем самым обогащают, совершенствуют себя. Я говорю не как старый профессор консерватории,
Я говорю, как человек, который очень много видел, слышал, и считаю, что роль искусства в новом обществе, если мы его строим, она должна быть резко повышена. Должна быть приравнена к самому образу мышления. Духовному образу мышления. Я вам ответил.